Совсем недавно на канале СТБ состоялась премьера мелодрамы «Цвет мести». Новый сюжет – это история, которая начнется с чистого листа. Однако тонкой нитью тянется прошлое, и оно до сих пор не отступает. Именно это превращает цвет страсти в насыщенный и порочный цвет мести. В продолжении истории за свою жизнь борется Даша Гаманай, а каждый герой переживает невероятную трансформацию. Даша изменила внешность после событий первого сезона, чтобы спасти себя и близких. И теперь в центре сюжета не только Даша, но и Мария Матвиенко, директор детского дома и ее биологическая мама. Марию посадили за убийство контрабандиста Милоша Князевицкого. А тем временем Даша Гаманай изменила личность, теперь она Надя и скрывается от полиции, а также пытается начать все заново. Но проблемы Марии Матвиенко не дадут ей спокойно жить, и начинается новая охота на невиновных. Будет ли третий сезон? Канал СТБ довольно часто снимает сериалы с увлекательным и закрученным сюжетом, хорошим подбором актеров и красивыми сценами. Таким и является продолжение сериала «Цвет страсти», который пришелся по нраву зрителям и получил хорошие рейтинги на Украине. Канал СТБ очень благосклонно относится к своим проектам, и нередко они получают продолжение не на один сезон. Сериал «Цвет мести» – один из таких сериалов, который благодаря своей нити сюжета и прекрасному актерскому исполнению с уверенностью может претендовать на продолжение. И если канал СТБ и выпустит новые серии, то случится это не ранее, осени 2022 года. Приятного просмотра и не забудьте подписаться на наш канал.